Всем-всем привет-привет, с вами Олеся Архибис. У нас с вами сегодня распаковка посылок с вашими заказами. Много-много разной красоты я вам покажу и расскажу. Так что вас ждет много хорошего, позитивного настроения. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Первую посылочку мы с вами открываем от Abrisart. Вот эти брошки я уже показывала в Инстаграм и в Фейсбуке, коротенькое видео. Ну и вместе с тем все равно здесь тоже посмотрим. Итак, вот эта божья коровка мне очень-очень приглянулась. Посмотрим, что у нас в самом наборе. Это пайетки, бисер. В общем-то, бери и вышивай, бери и делай. Это сама заготовка с рисунком, по которому вы вышиваете, инструкция, ниточки, иголочки, камушки, бусины. Хочу обратить ваше внимание, что здесь есть металлик, который облазит золото и серебро. Вот лучше поменяйте из 0,17 серии возьмите. Там металлик хороший, стойкий, а здесь может облезть. Ну и смотрим, что у нас дальше. Это сама вот заготовочка, про которую я говорила, и фетр задник, который мы потом в итоге закрываем, да. Застежка, ну и другие нужные элементы. Остальные наборы разбирать я, скорее всего, не буду. Это наборы на холсте. Здесь также есть необходимые материалы, это холст, это иглы, бисер, ну и так далее. Да, мы просто с вами посмотрим сами сюжеты, сами рисунки, очень интересные. На выставке, помню, тоже видела вживую, насколько потрясающие вот эти картины из этой серии. Очень красиво смотрится. Это у нас Ford Mustang, тоже наборчик. Ну, возможно, я сейчас подумаю и разберу, и все-таки посмотрим, что там у нас внутри, потому что как-то чуть-чуть интересно мне стало, зацепил меня этот сюжет. Ну и тут же опять же холст, бисер необходимый. Ну, как всегда они комплектуют свои наборы по этому же принципу. Читаемость посмотрим. Относительно вот отзывов хотела сказать, 50/50, кому-то вообще не нравится холст, попробуют и говорят, пальцы в кровь, тяжело и больше не возвращается к нему, а кто-то довольно-таки активно продолжает заказывать, очень хорошо брошки заказывают, да, брошки очень многим нравятся, действительно оригинальные, такие дизайнерские, я бы сказала, наборы, ну и подарок довольно-таки хороший, правда же. Дальше у нас ВДВ, Магнолия. Так, мы помним, что внутрь ВДВ кладут схему, распечатанную на бумаге с символьными значками. Это магнолия длинная заготовочка, видите, панно не разворачиваю. И такой же длины тоже вот эти маки. Маки вы эти уже многие знают, уже не раз отшивы показывали. Поискала я у себя в архиве, в общем-то, есть фото уже отшитых вот этих маков, но почему-то моя программа не хочет принимать и ставить здесь фото, поэтому тут вам не покажу фото отшива, может, в другом видео получится показать. Так, идем дальше, что у нас здесь? Лисички, сестрички, очень-очень красивые тоже, интересные лисички. Полная зашивка, белочки, вот белочки очень многим, конечно, понравились, это из таких относительных новинок, это схема, частичная зашивка, сами белочки вышиваются. Что у нас тут? Садовые маки, тоже очень красивая, конечно, заготовка. Дальше идем, что следующее? Ну, вот эта барышня вообще многим зашла. Она где-то год назад вышла, появилась и полюбилась многим-многим. Так, ну, это такие валентиночки приятные. Гранаты. Гранаты, кстати, попросили меня изменить ключ. Так что буду еще дальше работать над ключом. Хотя, может, там и неплохой ключ будет. Я еще не вникала. Если я вижу, что действительно нужно менять ключ, ну, это когда меня просят конкретно поменять, то я меняю. Если я вижу, что совсем не обязательно, довольно-таки неплохой ключ, то зачем заморачиваться? Верность. Давно у нас не брали эту заготовку, наборы, а это что-то как-то начали заказывать.
Дальше осень от ВДВ. Попросили к этой схеме подобрать бисер и в каких-то случаях обратить внимание на ключ и заменить нестойкие артикулы, так как эта схема потом в дальнейшем будет идти в сумочку. Я в своем инстаграме выложу подбор бисера. Кому интересно, подпишитесь на инстаграм. Ссылочка будет в описании. Ну и наш любимый олень. Как же без него? Посылочка от Мика. Приехали подарки. Мика, а нас часто очень балуют подарочками, за что огромное спасибо. Это у нас новинки. Смотрите, один, казалось бы, сюжет, но с разной зашивкой, разный фон. Здесь у нас полная зашивка, как видите, поближе мы с вами посмотрим. Такой у нас узор на фоне идет, да? И вторая схема у нас с фоном, который не зашивается. Там еле-еле такой немножко рогожка, да, фон есть, но он не зашивается. И мне, честно, вот такой сюжет больше нравится. Он будет более такой объемный смотреться, интересный. Да, девочки, вот эти новинки, сейчас они идут у нас в группу в Фейсбуке на розыгрыши. Ой, смотрите, какой классный сюжет. Да, пасхальный рушничок, очень интересный, яркий. Да, я сейчас создам новый альбом, так как у нас предыдущий наш альбом уже сильно переполненный. А вот эти вот чашечки, это продолжение уже такой давнишней серии, ну как давнишней, где-то год назад у них эта серия выходила. И я вам сейчас фото отшива поставлю из этой серии. Это у нас Люба Кириченко, вот такой вот сюжет вышивала, но не конкретно эту схему. Так, ну что, дальше теперь будем смотреть, в общем-то, ваши заказы разглядывать. Эту жабу все полюбили. И здесь я вам поставлю фото отшива этой лягушки. Это обложки. Обложки для книг, для ежедневников. Как хотите, в общем-то, можете использовать. Японская такая тематика. Девушки, ну вообще, такие сюжеты очень любят. Это у нас новогодний такой домашний, уютный, я бы сказала, сюжет. Мишка, Мишка в таком красивом светильничке. Вот, полная зашивка. Вот, кстати, фрукты. Я вам дальше поставлю отшив Евгении Диченко. Можете у нее на канале посмотреть. Она полностью отшивала все вот эти вот работы. И да, видео я вам дальше поставлю. По-моему, 5 работ или 6 Евгения вышивала у нас в СП. Дальше сейчас видео посмотрите. Отшивы довольно-таки интересные. Видео Евгении. Еще вот у нас апельсин. Апельсин вообще такой очень-очень популярный. Ну, а вот эти сюжеты вышивала Евгения. Опять же, относительно ключей, заходите туда на канал к Евгении. У нее, она какие-то меняла артикулы бисера, я уже не помню. Она описывала у нас в СП, рассказывала, где что меняла. Так что, кому интересно, заглядывайте. Либо к нам в СП заходите в Фейсбуке, да, смотрите. Либо к Евгении на канал. Ну, идем дальше. Щеночки в корзине. Полная зашивка, все зашивается. Артикулы бисера Мика указывает, но тут тоже нужно смотреть еще, знаете, по ситуации. Может, где-то что-то нужно подменить. Вот. Ну, вообще не нужно прямо конкретно опираться на ключ производителя. Да, все-таки желательно обращать внимание. Особенно если вы сами себе подбираете. Допустим, у нас идет подбор как бы много всего. Да, где-то можем где-то что-то просмотреть, не досмотреть. Но если есть какие-то пожелания, оставляют, мне менеджер записывает обязательно. Я, конечно, обращаю внимание. Вот. Допустим, Мика, Дана, Акорнс, там по умолчанию я стараюсь все-таки просматривать ключи. Какие-то собираются по ключу, а какие-то что-то я подменяю. Вот. Но все-таки, когда вы сами собираете себе бисер, вы же как индивидуально делаете для себя, правильно? То тут, конечно, поздравительное, смотрите, уже пролистала на украинском, но еще и на русском есть. А вот это павлин, круговая зашивка. Да, так вот, когда вы делаете себе индивидуально, вы
конечно же, обращайте внимание на ключ, и не всегда слепо нужно вот ставить только то, что дал производитель. Да, вот, кстати, флизелин хотела вам показать перед этим. Вот он у нас лежит, да. Водорастворимый флизелин с рисунком. Вы нашиваете его и потом по нему вышиваете. Вот, пожалуйста, вам вот такой вот пример. Это рубашечка, в которой как раз применялся подобный флизелин. Ну, рисунок просто другой. Потом вышили под воду, он растворился и все, а у вас вышитый рисунок остался. Но тоже, когда выбираете бисер на подобные вещи, на одежду, аксессуары, присматривайтесь к стойким артикулам бисера. Так, малявочки вот такие пошли, милые. Малявочки. Потом дракона я вам фото тоже поставлю. Кто любит такую серию, еще есть красный дракон. Но в этот раз он не приехал. Олень вот этот есть в полной зашивке и частичной. Ну, в данной ситуации у нас в частичной зашивке. Ой, точнее, извините, в полной зашивке. Но, по-моему, в частичной тоже он приехал. Может, дальше он будет, точно не помню. Осенний столик называется сюжет этот. Так, вот такой вот у нас городской сюжет, пейзаж. Собака-побака, полная зашивка. Смотрим поближе проработку. Так. Опять же, девушки. Там, по-моему, несколько схем приехало с японскими девушками. Японские мотивы. Зимний сюжет. Смотрите, какой кот классный. Завалило, видимо, его снегом. Такой теплый прямо кот. Полная зашивка. А вот и пионы, полная зашивка. Очень красивый сюжет прям. Но лично мне он очень сильно понравился. Хорошо прорисованы пионы, все детали, листья, бутончики. Посмотрите, как хорошо все прорисовано. Да? Ну и сама читаемость довольно-таки хорошая у этой схемы. Вот, посмотрим поближе, что у нас здесь. Хорошая очень проработка, мне очень понравилась. Вот еще от ВДВ забыла вам показать, немного приехала бисера. К сожалению, заказывала я 17-140 матовый, и у них уже нету на складе. Прям аж печаль печальная. Вот, так как он мне очень нужен, этот номер. Ну и сейчас его нигде нету пока у поставщиков. Так, вот это у нас матовый 38-342. Ну, тут совсем небольшое количество бисера приехало. Так, прихватило. Прихватила немножко. Вот это 19-102, это люкс номер. Люстерет, он дорогой этот номер. Один из таких самых дорогих номеров, артикулов. Вот. Потом это у нас матовый 38-358, изумрудный красивый цвет. И колокольчики от Artsola. Вдохновение. В предыдущем видео я вам рассказывала, показывала их готовые эти колокольчики. И передо мной стояла задача один из колокольчиков собрать, детальки сложить. И кто помнит, я говорила относительно того, что не обязательно эти шовчики там стягивать мононитью. Они и так хорошо держатся, крепко. Помните, да, наверное? Так вот, когда я начала складывать эти детальки, клинышки, я поняла, что как раз мононит здесь нужна для того, чтобы, когда вы сложили один шов и начинаете складывать следующий, собирать, то чтобы предыдущий шов у вас не разлазился. Поэтому обратите на это внимание. Я потратила в районе, ну, где-то 1,5 до 2 часов сборки этого колокольчика. Сначала даже прямо разозлилась сама на себя. Ну, потому что я же уже вроде как заявила, что мононить не обязательно. Да, когда сама начала собирать, поняла, что
С мононитью тут как раз, без мононити тут как раз и не справишься. Ну, то есть, я, в принципе, я собрала и без мононити, но на это уходит больше времени, и, ну, если вы человек вообще терпеливый, да, вас не раздражает то, что вы с одной стороны собираете, а с другой стороны расходится шовчик, то, в общем-то, нормально все. Но я решила без мононити, решила все-таки собрать эти детальки, так как для меня это уже было принципиально просто. С задачей я, конечно, справилась, то есть я его собрала, этот колокольчик, но времени у меня намного больше ушло. Если бы я воспользовалась мононитью, пошивала шовчики, то, конечно, было бы это все быстрее. Хотя на сшивание тоже уходит какое-то время. Но, в принципе, если вы человек терпеливый, вас не раздражают какие-то моменты, что вы с одной стороны собираете, а с другой стороны шов расходится, то можете и без мононити справиться. Ну, в целом, я довольна. Я его победила. Вечером поставила, на утро встала и уже смотрю, что что-то там уже выскочили какие-то уши из своих мест. Но в целом работа была интересная, с задачей справилась. Следующее у нас с вами, еще две посылочки приехали, это золотая подкова, рассмотрим, и Акорнс. От Корнс спасибо, вложили нам новиночки, которые мы с вами рассмотрим, посмотрим, эти новинки пойдут на розыгрыш у нас в группу в Фейсбуке, большое им спасибо. Ну, здесь я сейчас не показываю, а мы дальше уже в видео с вами посмотрим, что там, новинки, подарки на сайте, у них еще их пока что нету, хотя, может, пока я видео смонтирую, как раз и будет. И вот прислали мне еще лисичку. Подобрать к ней бисер. И дальше я вам покажу, наверное, что я подберу. Но сначала я хочу вас пригласить к нам в группу в Фейсбуке. Если вы еще не являетесь участником, обязательно отправьте запрос. Когда вы заходите в группу, первое, что попадает в глаза, это вверху группы я прикрепляю объявление с графиком закупок. Либо на следующую неделю, либо на текущую неделю. И в описании к посту я обязательно выкладываю ссылочки на альбомы по предстоящим закупкам. Ленту группы можете полистать. Вот Зоя выложила синичек, Наташа выложила наборчики, которые в наличии есть, можете ознакомиться. Ну, а давайте сейчас перейдем по ссылкам, которые я вам оставляю в описании к постам с объявлениями. Вот, например, Артсола, схемы, нажимаем и переходим, попадаем в сам альбом А3 формата. Я всегда все альбомы подписываю, для того, чтобы удобно было искать. Ну и, в общем-то, так вы можете ознакомиться с ассортиментом. Всеми любимые пионы. Мы их знаем, да. Частенько, я помню, раньше обсуждали в Фейсбуке эти пионы, о том, что не нравился ключ. Но я должна сказать, по-моему, я уже в предыдущем видео говорила о том, что у них ключ уже изменился. Здесь были ошибки. Вот с бежевыми точно они неправильно были расположены. Они сейчас расположили правильно. Где-то у меня этот листик был. Я с того старого ключа снимала копию. И так где-то он у меня, даже не знаю, где-то может по тумбочкам бегает. Если попадется на глаза, обязательно вам в одном из видео покажу. В общем, так, девочки, короче говоря, ключ у них уже не тот кошмарный, который был. Видимо, кто-то, наверное, из них просматривает соцсети и правильно делает, да, потому что в соцсетях очень хорошо можно почитать комментарии, отзывы. Так, это у нас Масмара одна схема, сказочный рассвет, полная зашивка. Мосмара у нас печатает на атласе и подклеен флизелином, ткань подклеена. Края, видите, оверлочивают они, ну, так, чтобы аккуратненько было. Ключи они дают, артикулы ключи. Так, золотая подкова у нас сейчас печатает. Ой, как же они называли эту ткань? Я уже забыла. Девочки, напишите в комментариях, напомните. В общем, это они пишут не атлас, флизелином не подклеивают. Я уже не раз об этом говорила, но все равно вопросы еще возникают, всплывают. Поэтому для тех, кто впервые заходит на мои видео, возможно, эта информация будет новая. Поэтому не удивляйтесь, если я какую-то информацию часто повторяю, да. Вот. Так, это у нас новинки у золотой подковы.
Вот, вот такие прелесть синички. Кстати, вот этот сюжет совсем недавно у нас выложила в группе Зоя Завадская. Такой сюжет, но производитель Акорнс. Вот, вот такая красота. Мне лично очень понравились эти синички. Дальше идем. Подкова на счастье. Вот, давайте ближе тоже посмотрим нашу подкову. Ну и, как обычно, артикулы бисера указывает у нас. Так, это у нас Мосмара, лавандовое поле. Девочки, я не буду ее разворачивать. Большая заготовка. Видите, из трех полотен состоит. Вот. Хотя, может, все-таки развернуть. Не, не хочется мне разворачивать, потому что очень сильно ограничена во времени. Но она довольно-таки большая. Давайте мы через пленочку посмотрим читаемость. Видим. Так, эти лошадки мы только что видели. Вы знаете, у меня был где-то отшив этих лошадей. Они вообще как вот живые, как настоящие. Потрясающий отшив. Но боюсь, что я вам здесь его не покажу. Я где-то когда-то сохраняла и так не сохранила окончательно. Вот эти фламинго мне очень нравятся. Такая, знаете, такой очень теплый, уютный сюжет. Вот. Семейный, я бы сказала. Такой знак любви. Да, любви, теплоты, уюта. Но это для меня, это у меня такие ассоциации вызывает этот сюжет. Возможно, у вас что-то как-то по-другому вы будете видеть. Потому что мы с вами все разные, правильно? И все, на все вещи смотрим по-разному. Так, фламинго. Дальше у нас... Ой, это я вроде показывала или нет? В общем, это из новинок. Сказочная зима. Сейчас я название прочитаю. Новогодние мотивы. Да, сказочная зима. Так, размеры у нас 30 на 40. Вот. Если вам что-то понравилось здесь видео, вы можете прямо скрин делать и выкладывать Наташе в мессенджер, в Вайбер, в WhatsApp, куда вам удобно. По всем этим соцсетям, Instagram, Вайбер, WhatsApp, мессенджер, который вот я страницы указываю для оформления заказов, там у нас работает менеджер. Так, и вот эта роза, она есть, это у нас размер 40 на 53, а есть еще друг, такой же сюжет, да, такой же рисуночек, только поменьше там формат. Отшивом пока еще с вами не поделюсь, у нас еще никто не выкладывал отшив. И вот такая вот роза. А вот эту розу у нас уже выкладывала. Помню точно Наталья Брагина. Когда-то, наверное, еще года два назад она выкладывала эту розу. Но, возможно, от другого производителя может. Так, поищу. Если найду, обязательно с вами поделюсь. Вот. Большая схема. Давайте размерчик посмотрим. 41 на 65. И переверну вам проработку. Давайте посмотрим читаемость. Есть, бывает, в каких-то моментах у золотой подковы сливаются цвета, значки. Но сейчас уже ткань у них не так блестит. Да, эта пленка сейчас блестит, блеск дает. Но вот эта ткань, которую они используют сейчас, в ней нету такого сильно яркого блеска, как это обычно бывает при атласе. Ну, здесь же у нас уже не атлас. Ну и наш знаменитый тигр. Для тех, кто впервые зашел на наш канал, у меня есть видео подбора бисера к этому тигру. Здесь я ключ меняла. Тут пересекается, может быть, 1-2 цвета с производителем, а практически все по моему ключу. Так, ссылочку я вам оставлю, кому интересно посмотреть. Я там, правда, много очень наболтала в том видео, поэтому так, где-то со второй половины видео включайте, там уже ключ подробно есть по расписанной. Ой, извиняюсь, я рассказывала, что и почему, как я брала, в каких случаях. Вот так вот. Но опять же, это в том случае, если вам нравится именно вот этот мой ключ, да, ну мало ли, может вам он не нравится, не подходит, или, возможно, вы на него будете опираться и свой ключ для себя, под себя сделаете.
Ну, а теперь подарочки от Акорнс. Нику мы уже с вами посмотрели, полюбовались красотой. Теперь, что у нас из новинок от Акорнс приехало? Кстати, большое спасибо организаторам за такие подарки Акорнс. И что мне очень приятно, что еще на сайте нету, а к нам уже приезжают очень часто новинки, которые еще не выложены на сайте. Да? Вот как-то это очень приятно быть все-таки... Первым показать новинку. Так, идем дальше. Так, вот эти вот коты, у них есть целая серия этих котов. В пятом, ну здесь я смотрю, больше нету. В пятом, о четвертом и о третьем формате. Они там все разные, они не повторяются. Вот, ну и вот я так поняла, еще одну новенькую схемку выпустили. Это у нас пасхальный мотив, называется пасхальный натюрморт. Так, это уже мое название, пасхальный мотив. Вот. Посмотрим поближе. Я должна сказать, что... Ну, я вообще критикую Акорнс. Вы знаете, что сколько я с ними работаю, работаю и продолжаю дальше работать. Потому что сюжеты, конечно, не оставляют равнодушными никого. Сюжеты, которые они выбирают, делают. Ой, смотрите, какой мишка. О, красота! Прям, слушайте, аж серия идет, да? Вот такие вот мишки. А, так вот... Я уже не раз говорила, что чувствуется рука разных дизайнеров, да, почерк, точнее, разных дизайнеров, потому что есть схемы, приходят новые, я не говорю про старые проработки, про более ранние, а вот из новых есть, приходят, ну, прямо вообще, ну, такая красота, такая хорошая проработка, идеальная. А бывают такие, что, конечно, хромают проработки, в общем, как-то так. Так, ну, у нас вот такая вот прелесть. Мишки такие. Ой, вам письмо. Да? А как это называется? Панда с букетом. А у меня название «Вам письмо». Вот. Идем дальше. Панда с цветком. Вы, кстати, уже можете у нас заказывать. Мы сейчас как раз зальем к себе в базу. И можете сразу и подбор бисера. Все посчитаем. Так, вот у нас еще один пасхальный сюжет. Пасхальный кулич называется. Вот. Давайте поближе тоже смотрим. Что у нас здесь? Это у нас осень. Осенний домик, пейзаж. Фон не вышивается, вышивается сам домик, речка. Ну, получается, передний план у нас здесь вышивается. Вот, вот такие курортные мотивы. Да, уже этого хочется. У нас уже наконец-то пришла настоящая зима, занесло снегом. Эту неделю дети не ходят в школу, потому что не добраться. Ну, учитывая то, что дети... У нас ребенок ходит средний далеко в школу. И далеко в садик младший ходит. Мы возим с мужем на велосипеде. На велосипедах развозку утром делаем. Так, в общем, поэтому мы решили сразу, как пошли снегопады сильные, не пошли, в общем, в школу, в садик. Так, еще раз большое спасибо Акорнс за предоставленные подарки и за то, что отправили нам новинки. На нашем канале вы их сможете увидеть первыми. Так, и поехали дальше. Теперь уже обзор непосредственно заказов ваших. Ой, а кто-то у нас из этих десертов выкладывал в группе. Я поищу, если я найду. По-моему, кто-то выкладывал какие-то десерты. От Верены точно выкладывали фартух. Я подбирала бисер. По-моему, я, кажется, подбирала. Найду, выложу вам. Ну, здесь видео. Кажется, в марафоне миниатюр у нас кто-то участвует. Что-то с такими какими-то сладостями. В общем, я обязательно вам фото поставлю. Так, дальше идем. У нас белый щенок. Это мастер маникюра. Гроза котов. Вот, еще тоже у нас десертик вкусный. С Рождеством.
мотоцикл. Это все А4 формат. Да, кстати, печатает атлас. Ой, печатает Акорнс на атлас. Ой, что-то я. Кстати, печатает Акорнс свои заготовки на габардине. Вот фруктовые мотивы, всякие миксы. У них и овощные разные миксы повыходили, очень такие интересные. Потом это фруктовое настроение уже в третьем формате. Да, печатают на габардине. Вот. Викторианский пейзаж. Очень многим полюбился этот пейзаж. Красивый очень, да. Так, это дельфины. Дельфины, дельфины. На закате. О, хватит жать. Это, конечно, многим полюбилось. Схема, этот сюжет. А вот кто-то мне, подождите, сбрасывал процесс отшива, и знаете что, вот здесь вот какое-то непонятное пятно вот тут вот на кастрюле. Я поищу, кто мне выкладывал. Хватит жать, очень многим полюбился этот сюжет. И совсем недавно мне кто-то из девочек, ой, я даже не помню, в общем, поищу себя в переписке и вам постараюсь здесь небольшой отрезок отшива показать, часть отшива. Но в чем, в общем-то, заключалась суть, почему мне писали, уточняли. Смотрите, вот здесь вот какое-то непонятное, что-то вот здесь вот непонятно нарисованное. Ухо вроде как сюда пошло, а вот это что-то, ну, в общем, сложно понять. И девочка говорит, что мне делать? Я говорю, ну, возьмите, просто зашейте вот этот момент. Кастрюля, полка холодильника и все. Потому что какое-то действительно пятно непонятное. Хранители тыкв, девочки, отшив я вам тоже покажу. Отшив по моему ключу отшивался. Вот такие вот, такой осенний теплый сюжет. Потом дальше, это вечер у камина. Давайте ближе будем смотреть. Щенки в ожидании праздника. Тоже вам здесь поставлю фото отшива по моему ключу. Я там, правда, чуть-чуть уже корректировала, меняла, потому что некоторые моменты мне не совсем понравились. Ну, а в целом, в общем-то, вот, готовый результат. Так, дальше. Вот такие у нас бегущие лошади. Ромашки. Подводный мир, частичная зашивка. Жизнь продолжается. Прикольный сюжет, такой интересный. И вот у нас мамина материнская любовь. Это вышивала в предыдущем СП Людмила Соловьева. Я вам здесь поставлю фото отшива ее. Это она что-то часть по ключу, что-то там, в общем, с девочками в группе обсуждали, подбирали ключ. Честно, так очень смутно помню, это было в районе года назад. Но, в общем, отшив в любом случае я вам здесь покажу. А вот и семейство лисичек, которые я немножко раньше вам показывала. Пока видео монтировалось, точнее, пока я созрела на монтаж видео, сначала я созрела на подбор бисера к этим лисичкам. Они такие милые, хорошенькие, что я не откладывала в долгий ящик, а при попавшейся минутке быстренько сделала подбор. Тем более, что здесь совсем несложные цвета. И, ну, такие подборы делать, знаете, одно удовольствие. Вот прям четко цвета хорошо видны, легко можно их сочетать между собой. Указывают те цвета, которые действительно есть в бисере Пресиоза, с которыми реально удобно делать переходы. Так, сразу мне скажете, почему я не называю артикулы бисера. Давайте так, в моем Инстаграм я вам покажу ключ к этим лисичкам. Кому интересно, подписывайтесь на мой Инстаграм, ну и следите за моими публикациями. Иногда полезности буду выкладывать.
А теперь информация для тех, кто ожидает наши живые карты чешского бисера пресиоза серийного типа. Видите, тут по сериям бисер сложен, не по цветам, как у нас в палитре за 2019 год. Так вот, карты уже в продаже, но пока что я еще не делала видеообзор, еще нету фотографий на сайте новых. Это будет немножко попозже, где-то, скорее всего, недельки через две. Есть некоторые технические моменты, почему мы не можем сейчас сделать видеообзор. Но они уже отшиваются, наша очередь уже чуть-чуть движется, уже начинаем рассылать потихонечку. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете зайти на сайт, ознакомиться с ценами. Но хочу обратить внимание, что фотографии, описание еще старое. Там я еще пока ничего не меняла, только количество артикулов поменяла, ну где-то так вот. Вот, можете посмотреть. Ну или подождите уже, когда будет обзор, когда я вам красиво все смогу преподнести, показать в лучшем виде, что и к чему и как. И, кстати, заготовки уже девочки у нас тоже приобретают на пластиковой основе, на тканевой основе. Это уже кому как удобно. Нашим представителям в Москве я уже тоже передала цены, поэтому в рублях уже уточняйте у девочек. Я тоже, в общем-то, отправляю в Россию, но я не ориентируюсь, что там у девочек, какие цены. То есть я вам могу посчитать непосредственно нашу цену, перевести гривны, перевести в рубли и плюс добавить к этому доставку. Вот, но не всегда это получается дешевле, чем приобрести у девочек в Москве. Контакты Вали и Ирины, у которых вы сможете приобрести эту серийную карту, будут в описании под видео. Ну а в Украине только у нас. Если еще какие-то будут вопросы, пишите. Я ваши вопросы соберу и уже потом озвучу видео. Какие вопросы вас интересуют относительно карты? Да, такие какие-то конструктивные, серьезные вопросы задавайте обязательно. Я на них отвечу. Ну, а с вами была Олеся, и на этом я вам говорю до свидания, до новых встреч!